Привет! Меня зовут Константин Зильбербург. И я закончил математический вуз по специальности теория вероятности. Наверное, это был не самый сознательный выбор, скорее я просто пошел по самому простому пути. Последние два года я занимался проектом Monochrome Loft. Это фотостудия и креативное пространство, где все фотографируют, снимают видео, придумывают, воплощают сумасшедшие проекты или просто общаются. На нашей площадке работает фотошкола Shot, где каждый может узнать все, что он хочет о современной актуальной фотографии. Есть такое очень распространенное заблуждение, особенно среди представителей так называемых творческих профессий. Как можно меньше смотреть, читать и слушать, чтобы не засорять свой мозг. Наоборот, количество переходит в качество. Чем больше ты читаешь, слушаешь и узнаешь, тем больше у тебя шансов создать действительно что-то уникальное. Что можно посоветовать? Во-первых, учитесь сами. Вы, наверное, уже понимаете, что вуз вам не даст полностью все необходимые информации. Поэтому исследуйте, анализируйте и читайте. Для этого у вас есть целый интернет. Когда вы встречаете кого-то, кто действительно что-то знает, то не бойтесь пристать к нему с вопросами. Не бойтесь, что вам не ответят. Умные люди любят делиться знаниями, потому что, когда ты делишься знаниями, они от этого только прирастают. Если же вас спрашивают о чем-то, чего вы не знаете, то не отказывайтесь от повода узнать и объяснить то, что вы узнали. Чем больше что-то объясняешь, тем лучше это сам понимаешь. Делайте что-нибудь сами. Начните со школьного и университетского проекта и доведите его до прототипа. Как только начинаешь что-то делать, сразу появляются и конкретные вопросы, и становится понятно, в каком направлении нужно копать. Купите планшет или просто блокнот. Любую появившуюся идею можно сразу зарисовать, сфотографировать или записать. А в свободное время вместо новой серии Футурамы или Big Bang Theory посмотрите лучше новую лекцию на TED. Будьте последовательны. Если вы выбрали себе занятие или тему, не сворачивайте просто потому, что что-то не получается. Отбрасывайте лишнее. Если красивая идея никак не вписывается в проект, то отставьте ее в сторону или поделитесь с другом. Наконец, ошибайтесь. Чем раньше вы ошибетесь, тем раньше поймете, как проект можно исправить. Чем чаще вы будете ошибаться, тем больше озарений и инсайтов вы сможете в него вложить. В конце концов, как говорил Томас Беккет, fail. Try again, fail better. Что значит ошибайтесь. Пробуйте снова, ошибайтесь лучше. Удачи!